Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Очень распространенное выражение «азохнвей», которое иногда говорят даже те, кто к евреям никакого отношения не имеет. Так давайте познакомимся с этим оборотом поближе. Когда он к месту, что значит, как правильно произносится? Собственно говоря, это «аз ох эн вэй», что с идиш переводится примерно как «когда и ох, и вэй», то есть хочется сказать одновременно и «ох», и «вэй», что означает «ох» объяснять не нужно, думаю, да и фразу «ой вэй» тоже очень многие знают и понимают ее смысл. А вот с оборотом «аз ох эн вэй» не все так просто. Дело в том, что употреблять ее можно совершенно по разным поводам. Она может быть уместна и в случае действительно, когда горе-беда. Например, ей можно ответить на вопрос про дела или самочувствие, и тут все однозначно. Ответив такой фразой, собеседник говорит, что все плохо, даже очень плохо. А можно употребить в другом контексте. Азохунвей – это собеседование. То есть человек говорит, тоже мне собеседование, ерунда какая-то. А еще иногда употребляют в контексте «я тебя умоляю» в образном выражении. То есть, например, в таком диалоге. Может быть, в этот раз мы выиграем таки в лотерею? Азохунвей – не с нашим счастьем. Или еще вариант «это тоже я тебя умоляю». Мой Изя никогда не ругается матом. Азохунвей, Софочка. Потому что Изя только дома не ругается матом. А знал ли ты про этот речевой оборот? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.